Видел твой пост на Фейсбуке, хотел вот вписаться, если не поздно еще. Не поздно, поехали, будет классный трип. Луга, поля, морожка, балалайка, банька. Православная спа, короче. О, у меня болезнь. Мне операблен, я чудо нужен. Я хочу выпить за Дениса, за то, что нас всех вытащил. Виват! Мы хотели в вашем монастыре пожить, а он закрыт. А по что вам монастырь-то? Какое-то место нехорошее. Да, вымирает русская деревня. Что это? Тут что-то творится. Два человека за сутки исчезли. А у нас и не такое здесь происходит. Лет 100 назад подругами были, помнишь? Я пытался уйти, но опять вернулся сюда. Они просто не могут уехать. Или не хотят. Я думал, вы умерли. О, как? А я думал, ты умер. Вы что, в монастырь намылились? Грешки замаливаете? Чудотворное место оказалось. А, ты не верил?